мои дорогушечки, зрительницы вы мои, любимые, вам же ж не угодишь, понимаешь? Вы же все видите. Это не я все одно и то же говорю, это вы все одно и то же ищете на просторах интернета, в соцсетях. Причем тут опять Алла. Вас волнуют в жизни какие-то определенные моменты, и вы подсознательно именно их и ищете. И как это ни странно, Алла постоянно именно говорит о том, что вас волнует. Вот прямо одно и то же. Так что же у вас одно это и то же вас дергает, триггерит и волнует? Вы зациклены на чем-то в своей жизни. И не знаю, нажмите на комментарий, переключит вас, перебросит вас в то видео, да, я всегда говорю, что возраст ничто. Возраст ничто! А состояние, то, которое вы делаете сами, радуетесь жизни в любом возрасте, в любом возрасте есть свои прелести, и мы не стареем, мы взрослеем, мудреем. И я всегда это буду говорить, это девиз по жизни, вообще мой девиз по жизни. Сейчас я куда еду, девочки? Я сейчас на треньку еду, тренироваться еду в джим. Где Алла вчера была? Алла вчера была в джиме с тренером, личным тренером занималась. И мы вчера прокачивали попочку, бедрышки. Да? Сегодня Аллочка будет качать ручечки вверх. С тренером я занимаюсь попочкой и бедрышками. А сама я занимаюсь ручками. Ну, я так решила, попросила его, давайте вы меня будете пушить, ну, подталкивать на упражнения для ножек. А с ручками я сама знаю, что делать. У меня тренер в Украине был. Я с ним полгода занималась, потом приехала в Америку, продолжала. Так что ручки это, я знаю, как технику, все. А с ножками немножечко у меня было посложнее. Поэтому, девочки, меня по жизни лично интересуют очень многие моменты. Я очень много смотрю, кто как питается, я смотрю, кто как занимается, как правильно, какая группа мышц, какие упражнения, как выше, ниже, что, где, как быть успешным, как вообще правильно ставить цели, как правильно достигать, как помимо того, что я усовершенствую себя, через себя усовершенствую, улучшаю качество своей жизни, я еще точно так же помогаю своим клиенточкам это делать. И у меня очень много разных интересов, очень. Я английский, у меня с утра, каждое утро начинается с урока английского. Да, я 7 лет живу в Америке, до сих пор учу английский. Вот тупая я такая, да? Меня не устраивает тот английский, какой есть. Я хочу еще больше, еще лучше, еще качественный. Помимо этого, я учусь на английском. Год учусь уже на английском. И почему я все это перечисляю? И я этим горжусь. Я не кичусь этим, а я горжусь собой. Потому что меня интересуют очень многие вещи в жизни. Очень многие. Поэтому я всегда нахожу информацию разную, и я никогда не зайду кому-то, да что ты постоянно одно и то же про эту жратву. Да, у человека тема еда. Другому заходит, да что ты постоянно про эти силовые упражнения задолбала. Да, у человека тема, контент, силовые упражнения, правильное выполнение упражнения, работа над телом. Другому захожу, да что ты постоянно за эти психологические проблемы. Да, у человека контент. Психологические проблемы. У меня контент – это духовный рост. Это самопознание себя, путь к себе. И именно женщины. Потому что именно женщины у нас забыли, что такое любить себя. Не самолюбование, а любить себя от кончика волосиков на макушке до кончиков ноготочков на большом пальчике вашей ножки. Да, у меня контент это, и я всегда об этом говорю. И для меня это не одно и то же. Потому что я могу это говорить с разной эмоцией, я могу это говорить с разным потоком, я могу это говорить с разным шикарным настроением, я могу это говорить с мощной энергией, я могу это говорить через свой опыт жизненный, я могу говорить это через осознанность своей жизни, я могу еще найти очень много причин, что я могу об одном и том же говорить абсолютно по-разному. Но вы видите одно и то же. И вот думаешь, а почему это так? Ну потому что жизнь пресная внутри, в вашем мирке.
Поэтому вам в мой очень сложно будет нырнуть. Вы там утонете. Поэтому с берега наблюдайте.